Вот такая дорога возле нашей фирмы. Задуло. Метр снега. Вспомнили сибирских охотников, то думаю, у нас раз в году выпал снег хороший, надо испробовать. Марат, как ходьба в снегоступах? Отлично. Проваливается. Не проваливается? Вообще вот не проваливается. Ага. Для настоящих охотников настоящий костюм, камуфляжный, весь заяц на тебя бежит, да? Ну не видит, пробегает. Тут надо. Да, скажи попасть. Пару слов для охотников. Всем охотникам желаем такой камуфляж, да, приобрести. А камуфляжик, да, в интернете есть, я правда его пару лет назад уже приобрел. Ну нормальный, вроде не промыкайка, под дождь не попадал, но снег обалденный. Да, красиво. Порадовал нас. Метров 70 такое надуто, ну проехал, два человека проехал. Виталий, ну стой, так, не спеша, не спеша. А где Виталий? Вот это класс. Где Марат? Хорошо идти было. Обалденно. Ну да, шайбы не ставил. Виталий, два слова для истории. Идем на охоту. Кто не знает, то мы на охоту. Да? Да, сегодня будет зайти в море. О. Маратик, Маратик. Я ж не продавил. Мы вот так. Мы в строю. Понял. Я ж не продавил. Вока. Для истории. Первое поле. Я то не делал, не стрелял ни разу. Что мы тут? Да. Ну, для истории сегодня закрытие. И выяснилось, прошли 5 километров, бачили 7 зайчиков. Слава отлично, Богу. Отлично. Слава Богу. И сейчас еще назад, кто прийти может еще что-то побачить. Ну, власно точить надо, я так понимаю. Да, поправить здоровье. А, и здоровье поправить. Пару сегодня прямо с ротом. Так что все будет чудово. Григорич. Влад. Все. А ты вперед нырнул в него. На банке с порохом написано. На 16 получается. Закрытие прошло. 28. Теперь можно и расслабиться. 32, 4 грамма дроби. Федосеевич, как закрытие прошло? Закрытие прошло у нас отлично. Бачили, було сказано, бачили 7 зайчиків. Уже приємно, що зайчик є. Остався, ми оставили за собою. Оставили, ми пройшли типу, для таксації. На 8, на 80 гектар 7 зайчиків. Це отлично, це дуже отлично. Просто ми ну сильно тріщало, так? Да? Тріщало за 200 метрів до зайця. Ну, отохотились вроде нормально. Сейчас уже на фирме. Вторая часть марлезонского балета. Называется курбан или шурба. Ну, а сегодня курбанчик будет, красота яка. А, Валерка, плохо, что ты на работе, блядь. Да, Валерка, каже, сніміть хоч що-небудь, хоч покажіть, що ви будете готовити. Ось, Валерка, тобі. Оце ми готуємо. Ну, це ще не все. Ще в нас, о, і ще печоночка жарена. О, та холодець-то домашній, то вже це понятно. А це, та, красота. Виталій, що там у тебе? Перчик ложив? Так. Дивись, зараз люди купаються. О, пожалуйста. Ганя, сніг сразу. Сніг, раз. О, нырнув туди, доктор, поки в ту кучу здоровий. І красота, бро. Снимай, снимай. Не пускай цього дядька до казана. Виталій, ну покажи, що там у тебе. А, блін, немає як так. Та так рукою хватай. Як воно гаряче. О, кипіт. О, блядь, що кипіт. Цибулі немного? Ні, ну. Восьмерка літали. Я думав, що коли участковий. Аж край було. Це не це хочу сказати. Короче, хто не
А, не шурпа, просто чудо. Цибульку лежи. А, кому на цибульку? Ну кому лежи? А хто любить цибульку? Лежи, викине. Хто любить цибульку? Лежи. Що мало цибульки? Є, на роздачу. Следующий. Кофр малих тіл його забирає. Так, лягся на край. Поставили такого, я листинка взяв, 50 сантиметров. А есть? І все, і переставили. Тяга, пожалуй. Ну будем. Ты в яку сторону снимаешь? Ну, если что-то убьете, звали, наливай, наляли, ёбнули, мы пішли, блядь. У меня Диана тоді була, блядь, а в нього ресурс собакою.